Ребята, всем привет! Хочу вам рассказать о набирающей популярность песенке в интернете Pen Pineapple Apple Pen. Ролик залили 24 сентября 2016 года, и он уже за неделю набрал больше 40 миллионов просмотров. Вот я сейчас буквально его пересматривал, и тут меняется количество лайков, количество дизлайков. Ну, в общем, можно сказать, что данный ролик в тренде. И, ну, суть достаточно песенки простая. Значит, поет японец про то, что у него есть ручка и яблоко, ручка и ананас, но при этом он так забавно жестикулирует и как-то так в рифму у него так все получается петь, так что выходит довольно прикольно. Так что если кто не смотрел, я оставлю ссылку в описании, думаю, вас эта песенка рассмешит. Это в свое время кореец там пел про Gangnam Style. Так что это вот очередной такой хит от наших восточных друзей, но уже теперь из Японии. В общем, веселая песенка, посмотрите. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Всем пока!